А жителям Булунского, Жиганского и Нерюнгринского районов Якутии предстоит еще выбрать руководителей муниципалитетов. Например, на пост главы Нерюнгринского района претендуют больше всего кандидатов – 11. Из Нерюнгри передает Галина Якимчак. Всего по Нерюнгринскому району 34 избирательных участка. 21 из них располагается в районном центре. Необходимо отметить, что с самого утра на избирательных участках города весьма оживленно. Люди идут стабильно, с небольшими спадами и подъемами, но очень стабильно. Настрой у всех такой позитивный. Каких-то напряженных моментов, слава богу, мы избегаем. Сегодня за пост главы муниципального образования Нерюнгринский район борются 6 кандидатов. Виктор Станиловский от политической партии «Единая Россия», Андрей Фетисов от «Справедливой России», Валерий Соболь от КПРФ, Андрей Ткаченко от ЛДПР и два самовыдвиженца – Алексей Бураков и Андрей Дорогань. Первые лица республики наравне с жителями также приходят на участки для осуществления своего права голоса. Вообще-то должен был голосовать в городе Якутске, но нахожусь в городе Нерюнгри с открепительным талоном, с желанием принять участие в выборах, с хорошим настроением. И надеюсь, что голосование республики пройдет активно, и в городе Нерюнгри в частности. Нерюнгринцы также понимают всю ценность своего голоса и ответственность за свой выбор. Главной интригой дня в столице Южной Якутии все же остается вопрос, кто станет следующим главой Нерюнгринского района. Результат выборов на данный момент предсказать невозможно. Мы будем следить за развитием событий. Галина Якимчак, Семен Амосов, НВК Саха, Нерюнгри.